Я благодарю салон рояля и пианино компании «Бекштейн» в Украине за этот прекрасный рояль. И как бы, ну как у Чехова, если ружье висит, то оно выстрелит. Тут это... Под патронатом посольства королевства Бельгии в Украине к 200-летию Ференца Листа бельгийская сопрано Мартин Рейнерс и бельгийско-украинский пианист Дмитрий Суховьенко привезли в Украину уникальную программу из песен великого венгерского композитора. Концерты у них пройдут 2 октября в Днепропетровской филармонии и 5 октября в Киевской. И посвятят они песню, песни, конечно, своей Листу, но сегодня они посвятят произведение «Бабьему Яру». Такой приятный вечер. Хотелось просто сказать, что мы с Мартин хотели посвятить эту песню Ференца Листа, которая называется «Могила и роза», посвятить жертвам Бабиного Яра. Спасибо.